Привет, с вами инспектор Гаджет. Это Голос. Привет. Задача минимум на сегодня. Найти подарки. Ведь скоро Новый год. Голос, ты знаешь, где можно достать хорошие подарки? Конечно, знаю. Ну и где? Я покажу. В смысле? Дорогу покажешь или что? Да, дорогу. А, поверим ему? Ну, смотрите. Ну, вроде мы на месте, Голосок. Куда дальше? Давай ты будешь моим GPS-ом. Идите прямо. Поверните направо. Через 3 метра, через 2, 1 метр, стой. Налево, прямо, приехали. В нотик? Значит, ты, Голосок, считаешь, что вот эта модель будет отличным подарком на Новый год, правильно? Абсолютно! Сейчас проверим. Lenovo IdeaPad B560A. Когда технология WiMAX только начинала широко внедряться, трубили о ней на всех углах. А теперь вошла, можно сказать, в рабочее русло. Смысл в чем? Есть WiMAX, значит, интернет всегда под рукой. Вот, например, ноутбук Lenovo IdeaPad B560A. В него эта технология уже встроена. Спасибо Intel, которая придумала универсальный радиомодуль для мобильных компьютеров, позволяющий одновременно работать с Wi-Fi и WiMAX. Плата за WiMAX вполне разумная, скорости очень неплохие. Да и сам ноутбук не подкачал. Чем славится продукция Lenovo, так это качеством корпусов и клавиатур. Клавиатура не прогибается, когда на ней набираешь текст. Петли крышки не скрипят, корпус не трещит при малейшем сжатии. И внутри корпуса вполне приличная начинка. Очень неплохая видеокарта NVIDIA GeForce 310M. 3 гигабайта памяти, жесткий диск на 500 гигабайт, а также процессор Intel Core i5 с частотой 2,53 ГГц. Этот ноутбучный процессор 2010 года может похвастаться всеми свежими технологиями Intel. Здесь доступен гипертрейдинг, имеется встроенный графический адаптер Intel Graphics HD. Плюс ко всему, Intel Core i5 умеет работать в режиме Turbo Boost, то есть при необходимости процессор автоматически разгоняется и работает заметно быстрее. В итоге Lenovo IdeaPad B560A оказывается отличным ноутбуком для тех, кто терпеть не может оставаться без интернета. Со временем автономной работы у него все в порядке, благодаря NVIDIA Optimus и Intel Turbo Boost. Эта машинка с диагональю экрана 15,4 дюйм тянет на 2,5 килограмма. Вполне разумный компромисс между мобильностью и удобством работы. И все это удовольствие за неполных 26 тысяч рублей. Ну не выгодное ли дело? Кстати, если вы собрались или подумываете купить ноутбук, рекомендуем интернет-магазин Notic. Ладно. Первый вариант мы посмотрели. А есть что-нибудь еще? Конечно. Asus N61 JV. Быть или не быть, жить или не жить. 16-дюймовый ноутбук Asus N61 JV отвечает на этот вопрос однозначно. JV, в смысле живи. И действительно, почему бы не жить? Машинка крупная, солидная, под 3 килограмма, с блоком питания. Конечно, Asus N61 JV можно носить с собой, только сумку понадежнее подобрать. Полноразмерные клавиши, отдельный цифровой блок. Клавиши нажимаются уверенно, ход небольшой, отклик приятный. С кино и музыкой все понятно, с ним сегодня
сегодня справляются даже нетбуки. А вот игры – дело другое. У Asus N61JV есть все, чтобы уверенно справляться с вполне себе свежими игрушками. Crysis на максималках тут вряд ли подойдет, а вот StarCraft 2 – за милую душу. Быстрая видеокарта NVIDIA GeForce GT325M, 3 гигабайта памяти DDR3 и, самое главное, процессор Intel Core i3-370M с частотой 2,4 ГГц. Процессор Core i3 не самый быстрый среди новинок компании Intel, зато очень экономичный и недорогой. По соотношению цена-качество и расход энергии качества – однозначный лидер. Процессоры Core i3 лучше справляются с многочисленными задачами одновременно благодаря технологии Intel Hyper Threading. Вдобавок, в Core i3 образца 2010 года встроено графическое ядро Intel Graphics HD. Энергии это ядро потребляет совсем чуть-чуть, но остается при этом полноценным видеоадаптером. Ноутбук может вообще не задействовать дискретную видеокарту, пока его владелец работает с документами, сидит в интернете или смотрит кино. А это значит, что энергии будет тратиться меньше. Дисплей у Asus N61JV с разрешением 1366 на 768 не Full HD, но для любителей смотреть на мониторах большого размера или плазмах есть видеовыход HDMI. А когда играть уже больше не будет сил, можно вернуться к работе. Вот тут очень кстати будет то, что Asus N61JV умеет сам переключаться между мощной дискретной видеокартой и экономичным графическим чипом, который встроен в процессор. Цена в интернет-магазине Nautic меньше 27 тысяч рублей. Зато сколько разнообразных возможностей! Любопытный экземплярчик. Знаешь, голосок? А есть что-нибудь подороже? Есть. Apple MacBook Pro. Экран высокого разрешения, 1440 на 900 точек. Качество дисплея, ну, тут слов никаких не подобрать, увидите сами. Apple на дисплеях нигде не экономит, ни в iPhone, ни в iPad, ни в полноценных ноутбуках. Впрочем, Apple MacBook Pro — это не только отличный дисплей и клавиши с подсветкой, но и 2,5 килограмма вполне современных технологий. Под этой вот удобной, просто-таки наслаждение для пальцев, клавиатурой скрывается 4 гигабайта памяти DDR3, видеокарта NVIDIA GeForce GT330M, полутерабайтный винчестер и один из самых мощных процессоров Intel Core i5 с частотой 2,53 ГГц. Обычно в ноутбуке стараются ставить не самые мощные процессоры, с оглядкой на батарею, которая в противном случае слишком быстро будет разряжаться. Но тут мы имеем дело с Apple Mac. Его батареи хватает на много часов работы. И выбирающие его дизайнеры настойчиво требуют, чтобы ноутбук стал для них полноценным рабочим местом. «Пожалуйста», — отвечает им в унисон Apple и Intel. Core i5 как раз то, что нужно для видеомонтажа, инженерной графики, дизайнерских приложений, да и для трехмерных игрушек заодно. Процессор поддерживает технологию Hyper Threading. Если владелец MacBook Pro желает еще сильнее продлить ресурс своей батареи, ему поможет в этом встроенная в процессор графика — адаптер Intel Graphics HD, который экономит потребление энергии. Intel Core i5 умеет работать в крайне актуальном для ноутбука режиме Turbo Boost. Базовая частота работы процессора при необходимости может автоматически увеличиваться. В ноутбуке присутствуют все необходимые разъемы и выходы. Два USB, гнездо FireWire, аудиовход и выход до HDMI. Со всеми прочими устройствами, какие могут понадобиться, Apple MacBook Pro свяжется через Wi-Fi или Bluetooth. Стоит такая машинка в интернет-магазине Nautic почти 68 тысяч рублей. Не страшно? Значит, это в самом деле ваш выбор. Apple — это стиль. А какой же стиль не требует финансовых жертв? Решил, недолго думая, взять сразу 3 ноутбука в подарок себе. Уж очень голосок я себя люблю.
А, да, кстати, я ж тебе не сказал самого главного. Ну, я их, украл. Как? Что, нас посадят? Да ладно, не кипиши, шутка. Я честный. Ну-ну.